Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Хочу здесь рассказать, как я пошла в Березовское ущелье. Вот эта дорожка с интересным таким камнем, скала такая нависающая над дорожкой. Вот она как раз и ведет туда. Как я сюда попала? Да очень просто. С улицы Красноармейской я пошла по улице Березовской, и вот, не ошибешься, дальше дорога ведет как раз в Березовскую балку или Березовское ущелье. Ущелье вообще-то 17 километров. Оно начинается практически вот близко от центра Кисловодска и идет до Карачаево-Черкесии. Понятно, что я прошла только маленькую часть этого ущелья, живописную. Вот, пожалуйста, здесь кто-то сделал запруду на речке, которая вообще-то очень мелкая. А вот какие шикарные скалы с пещерами. Вот там беседка стоит. Можно, видимо, брать в аренду, жарить шашлыки. Запруда из огромных камней. Я думаю, летом здесь можно купаться. Зеленая полянка. Ну, такое приятное местечко. Вот такие потрясающие скалы. И это все в самом городе. На той стороне скал, если перейти вот это вот по дороге вот туда вверх, находится улица Катыхина. В ущелье можно, кстати, спуститься из улицы Катыхина. Ну, а я иду с улицы Березовской. Здесь вот такие домики. Людей мало, но попадаются иногда. Кто-то навстречу идет. Тут две женщины восхищались этим ущельем. Ну, а я пока любуюсь этим водоемчиком. И сейчас буду искать, где же тут мостик. Где-то слева должен был быть маленький пешеходный мостик. И мне нужно перейти на ту сторону. И вот потом идти под вот той дорожки. Не могу оторваться от водоема. И вот такие шикарные виды скал.
Вот там пещеры. Говорят, раньше пастухи пасли овец и прятались там во время дождя, разжигая костер. Поэтому эти пещеры немного закопченные. Вот я нашла тропинку, и вот он мостик. Хилый, конечно, мостик. Вот такие заросли, трава, и тропинка маленькая, совсем узенькая, не сразу ее и заметишь. Вот она там, левее запруды. Вот речка. Речка-то мелкая, конечно, Березовка. Ну и вид на скалы с этой стороны. После вчерашнего дождя ночью земля немножко влажная, но на солнышке все уже сухое. А летом эту речку запросто перейти вброд. Но сейчас холодновато. Тем более с мокрыми ногами потом не пойдешь. Так что мостик, хорошо, что он есть. Вот такая речка, и вот такое ущелье. И речка начинается в Карачаево-Черкесии. Ну вот я перешла. Дикие мальвы. И вот уже поближе эти скалы. Я по тропинке иду дальше. Хочу подойти к той беседке поближе. И к этому рукотворному пруду. На Березовке.
там кто-то даже ходит возле пруда. Даже кто-то ноги мочил. Там человек. В ущелье я не пойду, конечно. Там мокровато возле реки, обувь у меня неподходящая. Кстати, там в ущелье есть скалы, которые как раз пригодны для скалолазания. В общем, туристы любят ходить в это ущелье. А вот и беседка. А здесь вот кто-то живет на берегу этой речки. Может быть, они сделали и пруд такой. Водичка чистенькая. Еще пойду посмотрю пещеру поближе. Тут легко подняться. Удобные дорожки. Место это очень популярное, близко, и виды красивые. О, я вижу, она обжитая пещера эта. Мангал стоит. И вот там столик. В общем, там можно и посидеть, и шашлычки пожарить. Кто-то постарался. Мне понравилось, что чисто. О, даже туалет стоит. Мне понравилось, что чисто, порядочек. Люди за собой убирают. Тучки набегают. Полюбуюсь на ущелье еще разок. И буду подниматься вверх, на улицу Катыхина. Мне интересно ходить по одним и тем же дорогам. Ну вот, я уже и поднялась. Начинается асфальт, город, улица. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.